Скоро засыпает и просыпается папа с желанием показать местный уровень безопасности. Дочь моя, вот автосервис. Машины в ремонтной зоне, капоты открыты, никто ничего не караулит, все закрыто. Первая машина, вторая машина, где петли стоят. Да, соответственно, конечно, камера не имеется, мы просто их не видим. Но, тем не менее, вот диски лежат от машины. Обратите внимание, ночь в дворе, 12 часов. Никого нет, кстати, на улице. Капот, самое главное, открытый. Лежат диски от автомобиля. Вот еще одна машина, капота всегда, там мотора-то нету. Велосипеды. Подходить, никто не будет воровать, велосипеды, диски автомобильные. Кстати, смотрите, как мы с папой идем. Шлюпки и кроксы. Местные все так ходят. Да, папа подчеркнул, что с другими странами сравнения здесь нет. Нет никаких. Просто говорим о том, как здесь происходит, устроено здесь. Да, все устроено. Сегодня бразды за управлением роликом берет папа. Папа, что ты нам будешь показывать? Я покажу несколько магазинов, которые не заносят свой товар в магазин. Обратите внимание, что вот на окраине города находится строительный магазин. Занимательно то, что все материалы, которые здесь находятся, они не закрыты. Ко всем вопросам камеры тут есть, если что. Вот одна и вторая. Эстафету сейчас передаю папе, он лучше в этом разбирается. Дочь, вот смотри, мы находимся на окраине города. То есть это строительный магазин. Вот пластиковые трубы, это, по всей видимости, канализация, стыки для канализации. Вот они все здесь лежат, их никто не трогает. Ни на каком замке, шланги, вот тоже канализационные какие-то трубы. Не знаю, что это, для чего это. Вот как все у людей закрыто, просто пластиковые шторки. От дождя. От дождя. Лестницы, это как они называют? Стремянки. Стремянки. Ну, я знаю. Да, да, вот, пожалуйста. А это слова умные, собачьи знаю. Новые будки, шланги. Ой, тут много маленьких домиков, как в Том и Джерри. Стремянки все новые, все новое. Это, наверное, цемент, алибастер, может быть, какой-то станок. Это окраина города, здесь спокойно. Это у нас получается тоже, наверное, поддон с цементом. Вот облицовочный камень, шлакоблочный кирпич. Может быть, это, я не знаю, может, тротуар. Положи, положи. Крышу, я не знаю, что это такое. Вот совершенно новый стяг, упакованный еще на поддон. Никто ничего не трогает, никто ничего не забирает. Все спокойно. Все, дочь, ладно, я пошел. Выключай меня. Выключай. А где камера, мотор? Шли по дороге, лежит велосипед. Совершенно рабочий. Ну, правда, немножко заезжаю. Он давно здесь лежит, никому не нужен. Колеса у него накачаны, что удивительно. Амортизатор стоит. Скоростя переключает. Тормоза работают. С подставкой. То есть он совершенно рабочий. Может, кто-то в туалет пошел покакать? Я оставил здесь самокат свой. Покакать. Сейчас даже на нем можно, наверное, прокатиться. Я не буду на него садиться. Вообще рабочий. Нифига себе. Тормоза, все работает. Поставь его на место, пусть лежит где. Пусть лежит там. Идем по дороге, еще один лесопед. Да, вот он еще валяется. А что здесь? Тоже рабочий. Просто люди бывают, берут и выкидывают. Потому что за утилизацию нужно платить еще деньги. Совершенно рабочий лесопед. Колеса все накачаны. Да, я думаю, что он... А у него замок даже, видите, как висит? Пять? Замок. Прокатишься? Да, прокатиться. Ты чего? Да. Я шучу. Да нет, ну а что здесь? Он спортивный какой-то. Поехал. Тормоза, видите, какие у него. Идем в магазин, а здесь по пути. О, тормоза, все работает. До магазина еще не можем дойти, все. Интересные вещи. Видите, сумка для гольфа, причем целая одна сумка. Вон она большая. Большие. Они целые.
Просто кому-то понадобилась новая сумка. Тоже целая, вся с замками. Горец очень любит играть в гольф. Это для клюшек. Здесь гольф. А, это уже шевеляет. Здесь уже непотребство. Камера, мотор. Ребят, вот мы летом снимали этот мотоцикл. То есть смотри, видишь, мотоцикл лежит уже давно здесь, он уже зарос. Шлем там вот. Вот. Почему он не выбрасывает, не знаю. Уже зима, но он уже все в пуховиках, там до сих пор лежит. Здесь проще иногда выкинуть вещь, чем ждать ее уйти накачанные колеса. Что на нем написано? Печать поставили. А раньше не было же. Не было вот этой бумажки. Летом, да. А сейчас наклеили, видимо, все-таки. Сунгши. Просят, может быть, чтобы забрали все-таки от мотоцикла. Он на дисках. Колеса все накачаны. Вон кепка. Даже. Шлем. Просто не могу понять. Они же раньше все равно стояли на учете. А, есть какие-то винкода. Можно было бы продлить, посмотреть все-таки. Ну, поднять его. Ну, это по тяжелому. А, вот. Там что-то с него льется. Вода, наверное. Запах не чувствуешь? Садись. Ты сможешь завести его? Давай. Дрн-на-на. Дрн-на-на. Поехали. Вот такие находки в Южной Корее. А вот, ребят, скутер. Их стояло два, видимо, один утащили. Это уже тоже с лета стоит. Этот скутер. Ну, весь, наверное, покоцанный. И не кондиции, но колеса также, давление в шинах. На нем еще справки нет. Подожди, он тоже стоит. Сколько, с лета стоит? Да, он с лета стоит. Покажи здесь. Заводи. Да я его не заведу, ты что, с ума сошла его? Вот он нормальный, на подножку поставили. Было два, второй, видимо, он все-таки забрал кто-то подремонтировать. Он, наверное, дороже будет восстановить. Проще новый купить, чем его восстанавливать. Ладно, пойдем.